А вот для того, чтобы лес восстановить, десятки новосибирцев сегодня взяли в руки лопаты и отправились в Кудряшовский бор высаживать хвойные. Всероссийская акция проходит 7-й год подряд. И первые такие деревья в нашем регионе уже выше человеческого роста. Говорят, что мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. С домами и сыновьями у всех по-разному. А вот план по деревьям участники этой акции выполнили на много жизней вперед. Посадка производится очень качественно. Каждый год потом перепроверяется же то, что мы, допустим, в прошлом году посадили, позапрошлом посадили. Участки, которые посажены вот таким вот образом в рамках акции, имеют приживаемость 98%. Но прежде чем группа добровольцев отправится на посадку, лесники выбирают место и подготавливают почву. Садить посадочный материал не в траву. У нас есть специальное орудие, которое делает борозду. Снимает 70 сантиметров ширина борозда, снимается на почву покров и открывается голая земля, чтобы было легче посадить. В ведрах саженцы сосны. Ее лесным хозяйствам также дают бесплатно. Этого хватит, чтобы посадить больше 3000 деревьев. Выращивают культуру, кстати, на сибирской земле, в Сузуне. Работают всегда в паре. Один копает, другой садит. Акция давно стала семейной, поэтому многие приезжают с детьми. Если не будет деревьев, то не будет воздуха. Ой, ну не воздуха, а кислорода. И мы задохнемся. Поэтому? И для этого надо садить деревья. За 7 лет высадили уже 21 миллион сеянцев разных пород, а это больше 5000 гектаров. Но высадка – это только начало большой работы. Теперь лесникам предстоит главное – ухаживать за маленькими соснами. От этого зависит, как будет расти лес. Например, деревья, которые садили в первый день акции, сегодня выросли до 175 сантиметров в высоту. Сергей Толмачев, Рута Келлер, Константин Менин. Новости ОТС.